Вот возвращаясь к вопросу, который вызвал большие дебаты по поводу русскоговорящих тренеров. Вопрос не в стране, вопрос не в языке, вопрос в профессионализме. Вопрос, он довольно больно стоит для русскоговорящего, скажем так, контингента. Почему? Потому что у нас, по сути, людей-носителей информации профессиональной, там, ну, в российском, белорусском теннисе есть там единицы, да, это люди, которые прошли этот вид спорта от А до Я, достигли вершин мирового спорта, их единицы. И сегодня из этих единиц реально людей, которые делятся своим опытом, которые ведут какие-то обучающие программы и тем более стоят на корте, их вообще, я не знаю, можно посчитать на пальцах одной руки, а то, мне кажется, даже еще и меньше. Соответственно, мы подходим к какому вопросу? Я считаю, что в России хватает тренеров на уровне детского тенниса, плюс-минус, начало юниорского тенниса, потому что все-таки откуда-то появляются там Корнеевы, там,